В свете происходящих в России событий, которым предшествовала информация западных разведок о готовящихся террористических актах, а также пропагандистских заявлений Лукашенко перед военачальниками и представителями силового аппарата о якобы готовящихся провокациях, а также проведении учений всех родов войск на территории Беларуси и мобилизации военнообязанных в вооруженные силы Беларуси, я обращаюсь к гражданам Беларуси избегать мест массового скопления людей, развлекательных торговых центров для безопасности.